симпатии. Ну, потому что у нас есть такая система, так скажем, в психике, да, такой принцип работы психики, который заключается в том, что когда мы встречаемся с каким-то человеком, и мы начинаем с ним общаться, или мы начинаем просто думать о том, что он о нас думает, потому что он важен для нас с профессиональной точки зрения, или самое жесткое, если он нам симпатичен, или она нам симпатична с личной точки зрения, с точки зрения противоположного пола, с точки зрения дружеских отношений, то активируется самооценка. То мы сразу начинаем думать о том, а какой я, а как меня оценивают, а нравлюсь ли я, а не нравлюсь ли я. И человек встречается с самооценкой. То есть когда мы выходим в социум, когда мы пересекаемся с людьми, мы на самом деле встречаемся с самим собой. Потому что люди для нас выступают зеркалом. Ну, не совсем зеркалом, это такое общепринятое в психологии понимание, да, на самом деле они выступают активатором самооценки, потому что мы начинаем думать о том, как они нас оценивают. А когда мы думаем о том, как нас оценивает другой человек, нам легче всего думать, что он нас оценивает так же, как мы сами себя оцениваем. Ну, и, следовательно, происходит попадос, если у тебя низкая самооценка. Вот как раз у человека была та самая проблема,